Доброго времени всем добрым людям. Мы зашли сегодня с Юрой в РД Электроник купить мне пульт, специальный Majestic для смарт-телевизора. Потому что по телевизору у меня и YouTube, и вообще весь интернет. Мне удобнее будет этим пультом пользоваться, нежели мышкой. Вот, для мышки, потому что надо будет специальную подставку, вставать, сидеть, а тут пультиком очень удобно будет. Я по ночам плохо сплю, и ночью в темноте лучше пультом пользоваться. Там и голосом можно установить голосовое управление. Вот. Пульт такой стоит 29 евро, ну плюс еще батареечки специальные. Вот. Юра покупает уже вот такие цены на скутеры, смарт-скутеры. 239, ну 240 без одного цента, 270. А дальше другая техника. Плиты, холодильники, все прочее. Такой у нас магазинчик. В Акрополе тоже есть РД Электроник. В принципе, во всех больших торговых центрах есть такой магазин. Именно РД Электроник. Вот креслица. Ой, сколько у нас кресла. Таких уже сломал Юрий возле компьютера. Ну, дорогие, и здесь. 359. Ну, 360, считай. Это, конечно, дорого. Но для офисных работников или для тех, кто целыми сутками сидит за компом, тем хорошо. Так, на мясорубочке скидки. Я все мясорубки детям отдала. Новые стояли. Мне проще вручную как-то так. Или привычнее, или удобнее. Удобнее, так скажу. Так. Микроволновочки. Угу. Миксеры. Все для кухни. Все для дома. Да, я здесь. Где ты? Ну, покажи. Все, взял. Не, ну покажи, я рассказываю людям, что. Ну вот, такое HG Majestic, это самое. Им можно будет и голосом управлять, и это самое. Ну, для смарт-телевизоров, да. Да, только для смарт-телевизоров, понимаешь? Ясно. Если у кого есть Wi-Fi. У нас есть Wi-Fi в телевизоре. Я могу YouTube и свой канал смотреть. А мы сидим. Все, вот так. Такой магазин, ребятки. Пока. До свидания, девочка. Скорее всего, не девочка, молодой человек. Вот так выглядит этот магазин, в котором мы были. А вообще, это здание, это бывший филиал завода Альфа. Да. Когда-то здесь работа кипела, народ работал. А сейчас вот только магазинчики, только оптика там Филман есть. Детский магазин, бистро, апову, что-то с обувно. Вот я хочу, мы за угол зайдем. Там есть, проезжали, когда с моста спускались. Видели, магазин здесь открылся новый. Армейской одежды. Такой же магазин есть на Бривибас, на улице Центральной Рижской, в районе завода ВЭФ. Ага, машина идет. Юра говорит, отойди. Отошла. О, классненькая машинка какая, Мерседес. Но старенький.
Да, не задавят. Одни мерседесы кругом катаются. Так мы сейчас заглянем в этот магазин армейский. Но там не только армейская одежда, но и цивильная. Ветер сегодня, сильный ветер. Спасибо, дорогой. Мне конфеты нельзя, а Юра все равно подслащивает мою жизнь диабетическую. Здесь что-то... Вот дроны продаются. Дроны? Интересно, какие цены на эти дроны? Здесь ценников нет, но дроны — это замечательно. Снимать, конечно, с них можно. Вот. 149. Да, и скутеры различные. О, Volkswagen. Такой, как по прериям американским. От ранчо до ранчо, ковбои. Раньше на лошадях, сейчас вот на таких джипиках. Велопрофс. Здесь все, что для велосипедистов надо. Здесь развязка нашего южного моста. А вот там, за мостом, Акрополь, в котором мы уже не раз с вами бывали. Вот за мостом микрорайон Краста. А вот все, что туда... Это уже Кенгаракс. Это наш любимый Кенгаракс. Да, все вот эти здания. Столько было здесь заводов, фабрик. Столько людей имели работу. Платили налоги. Было на что пенсионерам выплачивать пенсию. Да. Иду, иду, Юра. Потерял меня. Вот. Этот магазин так и называется, Арсенал, как и там. Там армейская одежда бывает всех натовских стран. Одежда, обувь. Сейчас зайдем и посмотрим. Маску, да, у меня сейчас маску одела. Все. И мы сейчас зайдем. Возьми корзиночку. Угу. Вот походная кухня какая. Вот такой магазин. Вот такая одежда. Палатка. Мне тоже хороший рюкзак. Да. Военные рюкзаки, они же вообще вместительные. Конечно. Юра, посмотри, знаешь, эту северную одежду с флисом, такие штанишки теплые. Если что, Эдгару, помнишь, покупали? Если будет. Так, ну здесь это для африканских стран. Кто служит в теплых странах. Ну, бронежилетики. Здесь курточки. Так, пойдем. Музыка играет. Мне не рекомендуется снимать с музыкой. О, морской флот. Как мы раньше. Раньше, вот 50-е, 60-е годы, мальчиков одевали всегда такую матросочку. Шортики и матросочка. И мы пели «Без козырка белая». Да. Вон Аляска для зимних этих стран. И курточки флисовые тоже. Теплые, непродуваемые. Майки. Как у меня куртка. Аляска, да. Ну, немножко иначе. Фасон 42 рубля. 42 евро. Да, летные мне нравилось у тебя.
Нет, с воротником. И воротник цигеечка. Теплая. Она со свитером не продувает. Шапочки, кепочки. Да пока некому наезжать. Вот такие походные печки. Короче, все для военных, все для походов. А вот и я. Всем привет. Как показать, чтобы... Вот так. Маску одену, а то тут нельзя без маски. Ну, вот и шапочки разные. Такие. Такие защищающие. Все лицо, кроме разрез глаз только. Вот такие. Эти арабские шарфы. Арафатки, как они там правильно называются. И носки, которые греют. И теплоизоляцию. Вот, сохраняют. И перчатки различные, термосы, рюкзаки, ремни. Это что, кобура? Компасы. Вот такой магазин «Арсенал». Для чего эти ящички, не знаю. Это что, сейфы такие? Вроде кода нет. Шелтер G9. Игрушки армейские. Ну, в ту глубь уже не пойду. Там рюкзаки, тоже куртки есть, рубашки есть, обувь. Вот к обуви надо подойти. Такой вот вам обзорчик будет. Ну, вот и для женщин. Женщины тоже есть в войсках, в бронике. Такая... Женщина-воин. Так, ну все, музыка играет. Здесь не слышно. Вот такие разнообразные рюкзаки. Спальники. Любые, какие хочешь. Вот так вот. А, видела где-то обувь. Рубашки военные всякие. Вот такая обувь. Различная. И берцы, и все, что хочешь. И даже вон сапоги эти рыбацкие, наверное. Вот так вот. Штанишки разные есть. Любого цвета, любого... Ну, качество тут везде такое. Желательно непромокаемое. Эти вообще как слаксы. Нет, джинсовочка. Ткань. Такие курточки. Камуфляжные. Но они такие, как на поролончике, на легком. 75 евро. Вот так вот пари готов к обороне. И стойка у него такая, как у вояки. Ну все, вроде бы обошли магазин. А здесь инструменты всякие, ножи. Кто этим увлекается? Вон, фирма
часы какие-то, наверное, с компасом. Леттерман. Вот так вот. Лопатки саперные. Ну, а назначение этого я уже не в курсе. Это надо у Юры спрашивать. О, какой тесак. Это как мачете уже в джунглях пробираться. О, какие ножички. Чего только нет в наборе. Вот мужчинам, наверное, здесь нравятся вон там какие-то ножи. Ого. Обзор такой для мужчин. И бинокли. Вот это мне нравится. Цейсовские раньше были окуляры. Сейчас не знаю, кто их выпускает. Ну, вот, карабины всякие разные. Цеплять что-либо. Ну все, ребятки, магазин я вам почти весь показала. О, какой тесак. Ого. Вот так. Да, в основном мужчины здесь гуляют по магазину. Может, какого-то ночного видения аппаратуру, не знаю. Вот фонарики. А, скорее всего, вот фонарики какие-нибудь. Ну, все, в принципе. Сейчас найду Юру. Поедем дальше. У меня сегодня нужно заканчивать. Яблоки нам на днях привез друг детства Юрин. Целый мешок яблок. Так я уже 3 партии варила. Еще надо чистить и варить. Но Юра любит джем. У нас ежедневная овсянка по утру. Так вот он с вареньями, с джемами. Это самое, что я хотел. Вот такие байковые куртки. Здесь вот с разрезом, но без капюшона. Очень теплые, потому что снизу вот такие. Видно, не видно, где я там показываю. Вот. Это стоит 40 евро. Вот такие, тоже флисовые. Они кенгуру с таким вот кармашком. Кенгурушка. Эти по 32 евро. Ну, все здесь флисовые баечки. Вот вязаные свитера, которые солдаты, офицеры, не знаю, кто же там носит их. Не вижу без очков. Ценник 32 евро. Такие. Здесь она такая прозрачная. Единственное, что если жилет одевать теплый, а так рукава уже потеплее, потверже. Ну, все, наверное, я вам показала. Все. Спасибо этому магазину. Магазину «Арсенал». Будьте здоровы, ребятки. И до следующих встреч. Спасибо, что были со мной. Всего вам доброго. До свидания.
Слушайте, вышли из армейского магазина, и какая машина Bentley. Ну, это вообще шикарно. Да. На таком мне уже никогда не покататься. Так что вот так, ребятки. Здрасте. Там ребята сидят, и я их снимаю. Мощная машина, конечно. Там слов нет. Да. Вот так. Ну все, нам сегодня осталось только в аптеку за лекарствами. Ветер очень сильный, видно, наверное, по домам, по этим деревьям. Да и слышно будет в ролике. Солнце светит, а ветер такой сильный. Еще раз прощаюсь с вами. Всего доброго, пока. Заходите.